Всем привет, мои дорогие друзья, с вами как всегда Барона, и перед просмотром данного видеоролика хочу для вас анонсировать охренительный просто розыгрыш. Розыгрыш связан с тем, что мы сегодня для вас разыгрываем вот такой вот скин PUBG, но не простой, а с нашивкой мастер рыболовли. И примерно такая нашивка стоит от 150 до 250 миллионов, и поэтому рыбаки, я думаю, отвалят хорошую сумму за данный скин. Ну и можно будет продать его миллионов за 200, я думаю, где-нибудь на Vice City без каких-либо проблем. Все, что нужно сделать, это поставить лайк данному видеоролику, написать любой комментарий от 4 слов и подписаться на канал. Ну и, кстати, подписывайтесь на ТГ, там много всякого интересного контента и также оповещения о новых видеороликах и о итогах розыгрышей. Ведь именно там будет итог розыгрыша на 50 миллионов, где вы сможете увидеть, кто победил. Ну и, собственно говоря, возможно, если победили вы, то забрать без проблем свой приз. Сегодня также открываем 1000 суперкарбоксов и постараемся выбить Брабус 700. И сразу скажу, да, действительно, выпала тачка просто бомбическая. Я, честно скажу, я охренел от того, что выпало. Но что же все-таки выпало, вы увидите в данном видеоролике. Ну и также я играю на Arizona Roleplay Ява, сейчас X4, это 25 сервер, есть реферал Барон Корн и промокод Решетка Барон, при вводе которого вы получаете лично от меня 8 миллионов. Ну а с X4 аккаунт качается очень быстро, буквально за пару часов вы уже можете писать мне и получать по 8 миллионов за то, что ввели мой промокод. Ну, я желаю всем приятного просмотра, а кто кушает, приятного аппетита. Пошел процесс, ребят, скупили почти, ну, почти 1000. Давайте пробовать, ребят, открывать. Если дает, то дает. Но сейчас пока что, типа, талоны падают, бронзовые рулетки падают, модифицированный прицел упал. Он нахер он только нужен, не понимаю. Так, 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 так. Не, ну слушай, шансы есть на выпадение чего-то хорошего, интересного. Вопрос лишь в том, что... Не знаю, выпадет ли, вот в чем дело-то. Но достаточно... О! Сука, ну опять это корыто, ну почему? Mercedes AMG G63 Mansory. Блин, ну сколько он стоит? Ну соточку. Ну ё-моё, ну как так-то, ребят? Ну жесть, ну нет, ну Мэнсери выпал. Ну вот сколько у нас осталось ларцов этих. Блин, ну у меня ларцов еще много. Ребят, давайте-ка, знаете, давайте я сейчас 5 минут подожду, вернусь на свой сервер, открою еще там. Ну не, Мэнсери выпал, типа. Ну сколько он стоит, этот Мэнсери, ребят? Какая у него цена? Продолжаем, ё-моё, продолжаем открывать всю эту фигню. Ну видишь, косточки падают как будто бы, да? Но еще и плюс заточки падают. Я потом кирку заточу. Время придет, кирку заточу огненную. Не, ну здесь он будет долго падать, мне кажется. Ларцов 400-500 точно. Потому что, видишь, падает, конечно, и скины. Но платиновые рулетки начали падать еще. Короче, я, ребят, добиваю прям все целиком, наверное. Да и все. Падает, падает. Нет, так нет. Варианта просто другого не предвидится. Вот сюда прям перенесем. И давай всю эту шляпу открывать. Будем надеяться на выпадение чего-то крутого. Ну нет, ну Мэнсери, ребят, ну сколько он? 120 миллионов стоит. Ну это мягко сказать, ну такое себе. Это только Брабус сейчас, если выпадает 700, и он отбивает вот эти вот рулетки, открытие вот это. Остальное, конечно, не отбивает. Потому что открытие таких ларцов, это реально надо открывать, когда у тебя денег просто, ну я не знаю, тонны деньжат валяются и все. Это хоть как-то будет. Так, как спишка падает. Скин какой-то падает. Какой-то тёлки Шуригина, что ли. Ой, другого и не падает ни хрена. Диски, может, упадут, нет? Точильные камни. Еще скины. Так, а с того вроде скины не падали. Сироп майнера так выпал. Сколько там осталось? Ох-ох-ох, слушай, 207 штук. Ну, не-не-не-не-не, вряд ли дропнется. Маловероятно. Хотя, слушай, 207, как говорится, было 500+. Если... Конечно, недавно это дело открывали, поэтому, может, все и 800 надо открыть. Тут уж не знаю, там, на самом деле. Кто на Яве, ребят, играет, выбьют какую-нибудь тачку, скажете потом. Ну давай, ара, по-братски. 57 ларцов остается. Еще скин выпал.
Да охренеть, слушай, что за подстава? Что за подстава, а? 300 ларцов. Ну, кстати, смотри, 300 ларцов, погнали-ка. А хули нет, если да. Ну, если уж с 300... О! Део Ланос 6 на 6. Део Ланос 6 на 6. Кусок говна. Ладно, пес с ним. Но слушайте, ребят, ну в любом случае, типа, пооткрывали. Пооткрывали нормально хоть что-то, да, то есть, как бы, чуть-чуть небольшого открытия. Кучу всякой херни нападало, типа, но будем это дело продавать, ребят. Потому что другого варианта у нас на данный момент нет. Я выставлю эту фигню всю на продажу, получается. Вот эти вот, вот эту историю. Ну, кучу машин, кучу шлака, кучу всякого, мягко сказать, дерьма. Которое нам, ну, соответственно, никуда, ни сюда, ни туда не нужно. Да, куча вон на охранника XP. Я не знаю, какой ему левел можно будет вкачать. А, вот эти вот еще шляпы есть. Давай тоже откроем. Может, сейчас развозчик продуктов упадет хоть. Развозчик продуктов надо было бы. Не, не упадет. Ну и вот это вот, да, открываем. Вон диски выпали. Какие-то диски выпали, ладно. Кучу скинов, которые надо бы в мусорку выбросить. Ладно, бывает, ребят. Вот такое вот открытие было.